Хидзугурума. Так, сделали. Хорошо. Дальше. Осота Гари. За этими чудаковатыми японскими словами кроется целая философия. Философия олимпийского вида спорта – дзюдо. В областной школе Олимпийского резерва проходит очередной семинар в рамках проекта «Путь к вершине», участники которого – тренеры со всего Поволжья. Здесь происходит обмен, и мы ищем и находим, самое интересное, момент, который более будет подходить для детей определенного возраста. Рассказ, показ, опробование. Ведущий семинара, эксперт Федерации дзюдо России Дмитрий Юнг говорит, что одного занятия катастрофически мало, чтобы передать весь накопленный багаж знаний и умений. Однако многие тренеры уже посетили по нескольку подобных встреч. И поэтому уровень российских детских наставников, считает эксперт Федерации, от года в год непременно повышается. Постоянно вопросы задаются. Благодаря этим вопросам я сам как специалист расту. Иногда тебе задают вопрос, и как бы ты начинаешь думать, как же на него ответить. Вот, находишь ответ. Это на самом деле такая практика в дзюдо присутствует очень давно. Этот семинар – продолжение проекта «Школа паралимпийского тренера «Путь к вершине». Его инициировали Олимпийский совет Ульяновской области и Региональная федерация дзюдо и провели при поддержке фонда президентских грантов. Суть проекта проста. Это площадка, где специалисты высокого уровня делятся своими знаниями с наставниками, работающими как со здоровыми спортсменами, так и с паралимпийцами. Причем в программе как теоретические, так и практические занятия. Тренер, который ставит перед собой те или иные задачи, зависит от того, насколько эффективно он будет использовать этот инструмент в своей ежедневной работе, насколько он видит среди воспитанников своих или среди своих будущих воспитанников тех людей, с которыми он готов, хочет идти к вершине и верит в них, что они до этой вершины доберутся с его помощью как наставника. Мир меняется, стремительно бежит. Спорт тоже меняется. Если тренер, специалист работает всю жизнь одними и теми же методами, я думаю, что он отстанет от жизни. Нормальный тренер всегда стремится получить новые знания, всегда уцепить что-то новенькое в своих методических начинаниях. Поэтому эти семинары мы проводили и будем проводить. Проект «Путь к вершине» выходит на финишную прямую. Заключительный семинар пройдет в конце ноября. В его программе лекции по планированию тренировочного процесса, а также психологические аспекты спортивной деятельности. Одним из лекторов станет легендарный паралимпиец Алексей Талай, лидер сборной Белоруссии. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.